ты возвращаешься из африканской экспедиции и привозишь любимой женщине бус. Отправляясь в Париж, она надевает их, чтобы понравиться другому мужчине. Тот восхищается. «Le bijou doit être sauvage» – украшения должны быть дикарскими. Он рисует женщину обнаженной, а после говорит задумчиво. Путешествия подменяют настоящую жизнь, создают впечатление чего-то того, чего на самом деле нет в жизни. Женщина возвращается к тебе, а ты вновь уезжаешь в Африку. Путешествия подменяют настоящую жизнь, создают впечатление чего-то того, чего на самом деле нет в жизни, говорит тебе женщина. Ты опять привозишь ей бус. О, не вздыхайте обо мне, печаль преступна и напрасна. Я здесь, на сером полотне, возникла странно и неясно. Взлетевших рук и злом больной, в глазах улыбка исступления, я не могла бы стать иной пред горьким часом наслаждения. Он так хотел, он так велел, словами мертвыми и злыми мой рот тревожно заолел, и щеки стали снеговыми, и нет греха в его вине. Ушел, глядит в глаза другие, но ничего не снится мне в моей предсмертной летаргии. Сразу после свадьбы Ахматова и Гумилев отправляются в Париж, где знакомятся с Модильяне. Спустя год Гумилев уезжает в Абиссинию, а Ахматова едет в Париж. К Модильяне она приходит в африканских бусах, подаренных мужу. Наплывала тень, догорал камин. Руки на груди, он стоял один, неподвижный взор устремляя вдаль, горько говоря про свою печаль. Я пробрался вглубь неизвестных стран. 80 дней шел мой караван, цепи грозных гор, лес, а иногда странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы, но трусливых душ не было меж нас. Мы стреляли в них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река. И в стране озер 5 больших племен слушались меня, чтили мой закон. Но теперь я слаб, как во власти сна, и больна душа, тягостно больна. Я узнал, что такое страх, погребенный здесь в 4 стенах. Даже блеск ружья, даже плеск волны эту цепь порвать ныне не вольны. И тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его. По дороге в Африку Гумилев отправляет Ахматовой письмо. «Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину. Я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Гала и понять, увидел луну, что она – алмазный щит богини воинов
паллады. Много лет спустя Анна Ахматова писала Лидии Чуковской. «Для меня он стал путешественником, чтобы излечиться от любви ко мне. Для меня он стал Дон Жуаном, чтобы доказать мне, он любим. Для меня и про меня писал стихи». Наша простая выставка состоит только из двух предметов. Портреты Анны Ахматовой, работы Амадео Модельяни 1911 года, и африканских бус. Она – любви.